Любите душистый веник, любите русскую баню? Тогда вот это устройство, новинка от компании ВВД, специально для вас. Погнали, быстрый обзор. Знакомьтесь с этим парнем от компании Нишком-центр ВВД. Что это такое? Это запариватель для веников и для трав. Давайте быстренько по ТТХ. Значит, устройство подключается к электросети, потребляет 1,5 кВт энергии. Бачок нижний рассчитан на 6 литров. Если вы перельете больше, то эта вода выльется на пол. Это у нас нержавейка 430, внутри 439. Облицовано все это деревом. Управление осуществляется вот этим блоком. Плюс-минус, что оно делает? Внутри установлен ТЭН, который кипятит, по сути дела, воду. В зависимости от интенсивности кипячения вы можете подготавливать веник, но учтите, что это устройство скорее для мокрой зоны, а не для парной. Почему? Ну, потому что, наверное, все-таки мокрая зона – это не только парилка, но и помывочная. Соответственно, у вас там будут благоухать веники. Все знакомы с этой проблемой, когда веник пересушенный, нужно его быстро подпарить. Я не сторонник запаривания веника в горячей воде, насколько вы знаете, но эта конструкция позволяет делать теплый пар, теплый влажный пар, то есть распаривать веник внутри. Вода в эту конструкцию будет вами самими добавляться, когда она испарится. Ну и теперь смотрим, что это такое. Здесь у нас крышка, естественно, что это кипит, отсюда пар попадает сюда, выходит сюда. Здесь сразу предусмотрена подробная инструкция по работе этого парня, но я вам ее уже вкратце рассказал. Что нас ждет внутри? Здесь специально идет силиконовая прокладка, которая не позволяет парить через крышку и стеночки. Специально предусмотрено с этой стороны и с этой стороны. Но это как раз сделано для того, чтобы проводки там не подгорели. Внутри у нас находится вот такая вот решеточка. Сейчас я ее вам продемонстрирую. Устройство да нельзя простое и да нельзя эффективные. То есть вот такая решеточка, тоже из нержавейки. Это 0,5. Что сюда помещается? Ну, сюда помещается, да, я думаю, что 3 веника и пару пучков трав точно. Для того, чтобы попариться, будет достаточно. Смотрим вовнутрь. Видите, там внутри ТЭН. Это как раз-таки на 1,5 кВт. А наверху вот эта вот пимпочка, это как раз-таки система перелива. И если она у вас переполнилась, то по этой трубочке вода стекает на пол. Ну, с внутренней стороны, с нижней, наверное, ничего интересного нету. Что здесь? А, ну здесь вот, смотрите, такая вот красивая нержа идет, все в дереве. Все прикольно. Ручки, для того, чтобы это можно дело было переставлять куда вам угодно, можно повесить на стену. Очень удобно, очень эффективно для тех, кто ценит свое время. Для тех, кто не готов замачивать веники в холодной воде на несколько часов, потом распаривать на пару, данное устройство, где ruspar.ru. Спасибо большое. Кратенький обзор подошел к концу. Всего доброго, легкого пара. Ну и, конечно же, увидимся в следующих видео.